руководством нашего центра было принято решение организовать на базе Центра дополнительного образования детей детское творческое объединение технической направленности. И в июне этого года я была направлена на курсы повышения квалификации для начинающих педагогов по авиаракетомоделированию, которые проходили в Доме юношеского технического творчества города Челябинска. Первый этап проходил дистанционно в виде вебинаров, зачетов, а второй этап проходил очно в городе Челябинске на базе Дома юношеского технического творчества. Слушателями были педагоги разных регионов Челябинской области, Коркино, из Аши были, вот два педагога было из Карталов. Педагоги, которые проводили мастер-классы, лекции Дома юношеского технического творчества, очень интересно подготовили занятия в виде мастер-классов. Также были показаны занимательные лекции, практикумы. В процессе этих занятий каждый слушатель получил порядка 10 готовых наборов шаблонов для самостоятельной дальнейшей работы. Мне больше всего понравилось, я получила эмоциональное, профессиональное удовлетворение от мастер-класса, который проводили педагоги Дома юношеского технического творчества Гоненко Алексей Сергеевич и Щуров Александр Иванович. На этом занятии мы изготовили летательную модель ракеты класса С-6А, произвели запуск на площадке. И в результате этого мероприятия, мастер-класса, я получила диплом за 3-е место по запуску данной летательной модели. Свою программу я назвала «От винта». И ребята, которые занимаются в творческой лаборатории данного объединения, мы будем изготавливать простейшие летательные модели, учиться моделированию, конструированию этих летательных моделей, знакомиться с разнообразным и разноликим миром технического творчества.